Здравствуйте всем, кто следит за блогом Dental Fantasy. Часто родители спрашивают, что такое психологическая адаптация и как это выглядит. Сегодня я покажу вам частичку приема нашей малышки, которая пришла на адаптацию к дальнейшему лечению, чтобы оно прошло без стрессов, криков и слез. Приглашаю вас на прием. Здравствуйте! Привет! О, ты со своей щеткой пришла? С пастой. Класс! Так. Опа! Давай, вот так вот ножки закидывай прямо. Да, молодец! Я с тобой. Так. Давай надеваем вот такие очки классные. Прикольно? Смотри. И давай чистить зубы с твоей щеткой. Давай. Ты мне дашь ее подержать? Спасибо большое, моя умница. Так, ну давай тогда, как бегемот, широко-широко с твоей пастой будем чистить зубы. Как бегемот, надо очень широко раскрывать. Как бегемоты раскрывают. О, вот так, супер. Ой, кто такая молодец сегодня? Сегодня точно конфету подарю, вкусную-вкусную. Давай, держи скорее щетку. Так, вот так. Давай, берем пасту. Отлично. И давай чистить маме зубы. Держи скорее щетку, хорошо? Так, ну-ка, давай включаем. И маме почистим. Ну-ка, смотри, где там микробы у мамы натоптали. Вот так. Отлично. Аккуратно, аккуратно. Вот так, молодец. Ну что, бежим теперь с тобой выбирать подарок? Да. Ну скажи уже, опытный человек, все знает. Ого! Сколько там подарков, посмотри. Кого ты себе хочешь забрать? Давай пять. Как ты? Вот так, супер. Ну что, пойдем поиграем, тогда я пока маме про зубы расскажу. Хорошо? Смотри, у меня еще для тебя подарок. Вот какая вот медалька. Я дружу с зубной феей. Наденем? Давай. Так. Все, смотри, какая у нас медалька.